уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, продолжаем рубрику «Редкие и дорогие монеты царской России». В этом обзоре я предлагаю вам ознакомиться с монетой номиналом 5 копеек от 1897 по 1915 года. Годы правления Николая II, последнего из династии Романовых. Друзья, в этом обзоре вы увидите и узнаете точный тираж этих монет, из какого материала были сделаны, полностью техническую характеристику и, конечно же, стоимость на сегодняшний день. Друзья, приятного просмотра!
Ценообразование на эти монеты зависит от состояния монет. Максимальная цена указана за монету в качестве пруф. Дорогие зрители, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья!